Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, купите билет на розыгрыш призов, это я сделал. Так, еду нужно потратить и совершить сделку. Давай-ка начнем с сделки. Статуя трицератопса на еду вполне годится. Что у нас еще тут есть? Так, доллары. Очки доверия на 80 баксов. Давай. Это меня устраивает вполне. Так, ДНК. 12 карт на 27 ДНК. Но это грабеж средь бела дня. Солнечная теплица. Кстати, у меня вот такой вот штуки вообще нету. Но ДНК тратить. А, тут 5 карт. Даже не знаю. Я, наверное, воздержусь. Все, друзья. Используйте ускорение. Так, открыть наборы карточек и собрать три мода. Три мода сейчас быстренько. Зачем я зайду это сделать, скажи мне на милости, а? Вот зачем я это сделал за хавчик? Не понимаю, надо было за деньги. Устрашение. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. Вот, вот что надо было делать-то. Давай, Дельта. Давно мы, кстати, не играли в юрский парк. Ну, опять же, ребят, не было возможности, опять же, работы. Тут еще на комиссию ездил. Ну, в общем, вы все прекрасно и так знаете. Но как только возможность появляется, естественно, мы начинаем играть. Так, отключает мод вражеского существа. Вот это нормальная, в принципе, карта на выпала. Мод. Открыть наборы. Использовать ускорение. Так, ну ускорение, я думаю, что мы вполне можем прямо сейчас сделать, потому что у нас пустой здесь питомник, и мы можем себе, естественно, это позволить. Причем в легкую. Так, отправляем. Заряжаем следующего. Кто у нас там? Стегоцефал. Так. Поместить. Оу. А у меня, оказывается, стегоцефал-то и не выведен был. Хе. Прикинь. Значок собран. Сейчас мы еще там посмотрим, кого можно быстренько вывести. Бонитозавр. Ну, в принципе, и все. Забираем здесь награду. Так, открыть набор карточек. Одну карточку нам, ну, один набор нам нужно найти. В принципе, это ничего сложного. И, кстати, у нас... Да-да-да, получим уровень. Твою налево, чуть-чуть буквально, вообще капельку нам не хватает. И долларов нету, чтобы еще можно было бы заказать. Ладно. Немножечко потерпим. Ну что, пора, наверное, смотреть, какие у нас сегодня будут задания. Начнем. Визит важной персоны. Это очки доверия, схватка редких и водная волна. Слушай, вот схватку редких, наверное, надо попытаться пройти. Тут чисто легендарки, что ли, должны быть? Хм. Ну, с этими-то противниками, в принципе, должно быть... Погоди-ка. Ну, давай попробуем взять... наших индоминусов. Двух. В принципе, Эдиоморфодон мог бы справиться со стопозавром, но я, наверное, все-таки возьму Птеранодона. Вопрос в том, справимся ли мы вот здесь. Ладно. Пока не попробуешь, не поймешь все равно. Единственное, да, тиранозавр у нас мощнее и сильнее по всем параметрам. Тут уж ничего не поделаешь. Мы 10 уровня, а он 40-го. Разница на лицо, сам понимаешь. Ёк-макарёк. Он еще вон что сделал. Он взял и поменял. Так, а сколько у нас? 872 к атаке. Он поменялся, плюс атаковал, да? Значит, у него ничего сейчас нету. За душой, так скажем. Попробуем сейчас бомбануть. 166 хп, нормально. Он опять меняется. И бомбит, естественно, да? Ага.
Атаковать-то он здесь как раз и не стал. Но он поменялся, он наверняка возьмет. А возьмет? Я рискнул, друзья. Ничего он не стал брать, лопух. Но зато он перекинул все очки вот сюда, на стопозавра. Это же сколько ему придется? Раз, два, три. Одну очку действия он себе оставил. Одну очку действия он себе оставил. Короче, сделаем так. Раз, два. Раз, два. Нормально. Так, 1603 хп. Но я думаю, что здесь он, наверное, все сольет. И мой индоминус уже его... Да, так и получается. Он все сливает абсолютно, ребят. И вот этим вот своим покалеченным индоминусом мы его сейчас уничтожим. Замечательно. Так, ну что, первый поединок у нас отыгрался неплохо. Но что там на втором нас поджидает, уже другой вопрос. Давай-ка глянем. Дейна Них, Зал Максес и Бронемата. Ё-моё. Хищник и два травоядника. Ну, против хищника, ладно. Допустим, я возьму Эдиморфодона. Да? Блин, или Таникалагрус, а лучше, может быть, даже Раджастегу. Вот как здесь правильно сделать? Против этих в любом случае нужно брать хищника. Ну, по-любому. Так, Эдиморфодон. Как же сделать-то лучше, а? Ладно, берем Таникалагриуса. Наверное, возьмем Эдиморфодона для начала, да? Вот кем я буду дальше драться, я ума не приложу. Давай сделаем так, так и вот так. Поехали. А вот дальше, на последнем, третьем поединке, с кем я буду воевать, я вообще, блядь, без понятия. Да, тут смотри-ка, 835 к атаке. Если он сейчас все это зарядит, очень хорошо нам покромсает. Он взял бронемату. Ну что, в принципе, мы можем... А, уничтожить у нас не хватит. Но хорошо его потрепать можем. Вообще вырубили, прикольно. Зал Максес вышел. Тут он, интересно, будет меняться? Если поменяется, это ему невыгодно. Такс, у нас должно быть 3, да? 3 очка 10. Я все сливаю, друзья. Естественно, вырубаем. И опять же, Зал Максес выходит. Он, конечно, сможет подбить мне сейчас Раджастегу. Но тогда я возьму Таникалагриуса и, соответственно... Вначале мы сейчас глянем, сколько у нас тут. Конечно. Конечно, прописываем по полной программе, друзья. Все, Зал Максес готов. Ну что, остается нам последний поединок здесь провести. Посмотрим, кого нам там дадут в противовес. Птеродаустра, Игуанадозух. Кто? Игуанадозух и Тупантакти. В общем, друзья, тут как раз-то все отлично. Здесь мы возьмем, наверное, птеродактиля нашего. Здесь возьмем апатозавра. Ну, я не знаю, орхозавра может быть взять. Или же все-таки эдиоморфодона. А вообще, по идее, лучше взять хищника. Сколько, например, ты у меня стоишь? 104. Я тебя, пожалуй, и возьму. Только поменяем местами. Так и вот так сделаем. А лучше даже так и вот так. Погнали. Мне интересно сейчас на это все дело посмотреть. Птеродаустра. Можно было бы, конечно, бомбануть, но... Блин, фиолетовый плюс 8. Это супер гибрид получается, да? Алмазный гибрид даже. Это хорошо, что он поменялся, и хорошо, что он меня атакует. Потому что, естественно, мой Таникалагриус очень-очень жаждет накромсать.
318 кп оставили мы ему. Сейчас опять побежит меняться. Естественно. Так, ну мы берем вот таким вот образом. И два бонуса. Ну и что ты будешь делать? Ничего. Тупо простоял, да? Давай я все солью, посмотрим. Так, ну в принципе ему должна быть крышка. Выходит птеродаустра. Но тут уже крышка будет нам. Слушай, у него было 6 очков 10, да? Он 2 оставил к себе. По атаке-то он, конечно, тут, ё-моё, что будет вытворять. Ух, я даже не знаю, я, наверное, рискну все-таки. Есть. Риск оправдался. Но 7 очков 10. Сколько ему надо слить? 2. 5 у него остается. Мне даже, ребят, не, я не знаю, как мы будем здесь быть. Он возьмет 4 защиты, как ты думаешь? Да ну нафиг! Серьезно, блин. Так, ему хватит пробить нас. Умножаем 400 на 5. Слушай, по-моему, нам кранты. Твою налево. Да почему так? А вышло. Ну как же так, ребята, он взял 5 защиты. Прикинь, 4 защиты точнее. А мне вот как теперь с ним драться? Если мне даже некого взять. Попадос называется, да? Это бесполезно. Да, ребята, это бесполезняк. Блин, ну и Игуана Дозух, этот понятно, это ерунда. Его можем, в принципе, бомбануть. Вот с этими что делать? Эти слишком слабенькие получаются. На этих у меня не хватает монет. Точнее, долларов, чтобы откатить. Хорошо, давай посмотрим. Может быть, у нас где-то есть задание, которое мы пройдем. Пройдем. Так, а вот это вот водная волна. Давай на водной волне тогда попробуем, может быть. Кстати, секундочку. По поводу... У нас этот-то созрел или нет? Гастурнис. Да неужели? И полгода не прошло. Наконец-то у него получилось. Где эта эволюция? 20 уровень. Теперь надо подумать, кого можно еще посадить туда, чтобы скрещиваться. Так, значок заберем. Значок заберем. Вот так вот. Дилофазавр, аргентинозавр. Во. Терезинозавр, пускай у нас будет эволюционировать потихоньку. Не, конечно, не особо суперский там динозавр, но куда деваться. И выводить, кстати, тоже можно. Давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Так, тиранозавр мод 2, легендарка. Становись. Леоплевродон тоже будем выводить. Активируем. 3 дня, зашибись. Долго, долго будет делаться. Осталось совсем чуть-чуть, ребята, и мы получаем уровень. Так, ну теперь водная волна. Попробуем здесь, наверное, справиться как-то. Ромалиозавра возьмем. Тилозавра и, наверное, Артокантуса. Поехали. Угу. Ну тут нам хорошо выпадает. Сразу же вырубаем его. Ризот. Так.
Так, против Резута вот этот тут у нас хорош. Давай я сделаю вот так вот. Буду брать дополнительные очки. Рискнет атаковать или нет? Вот так вот он сделал. Раз, два, три. И защиту возьмем. Ну и чего ты уставился, пучеглазый Резот? Красавчик. Ну что, вырубаем его с одной плюшки. Подожди-ка, с одной плюшки мы его вырубаем. Ага. Нет, так, не дело, так дело не пойдет. Нам надо брать Артакантуса. Раз, два, три. Раз, два. Вот так сделаем. Так, Резот готов. Два фиозавра. 65 к атаке, 4 очка действия. Сейчас посмотрим, как он тут распределится ими. Все слил. Ну, тем круче для нас. Потому что тут я его сразу вырубаю. С одной плюшки. Этого Лепрадона, в принципе, я тоже сейчас вырублю. Вот так вот, да, значит, сделал. Два, три. Раз, два, три. Ага. Навозник. Да ну хорош. Серьезно. Твою налево, он взял три защиты. Давай такой по полной программе. Я все-таки одну очку здесь он зажал. Раз, два. Раз, два, раз. Давай так попробуем. Готов. Бакулит выполз. Бакулит вообще тут сосунок, на самом деле. Так, нам нужно посмотреть дальше. Если у нас выпадет Мегалодон, он... Да, он будет в противовес идти. Значит, нам надо взять Ромалиозавра. Ромалиозавра берем. Раз, два, три. Мне придется, наверное, все слить. Так, Мегалодон выползает. 86 к атаке. А здоровье у него вообще мизер. Раз, два. Раз, два. Вот так попробуем. Но он поставил три защиты. В принципе, нормально. Что он сейчас, конечно, предпримет. Раз, два. Раз, раз. Вот так вот сделаем. Кранозаврик выполз. Блин, 5 к атаке. Точнее, 5 очков действий. Ничего не стал делать, абсолютно. Меняю, короче, вот так вот. Раз, два, три. Три защиты он брал. 6 очков действий. Давай проверим. Будет атаковать меня. Так, 3 очка действий оставил на потом, я так понимаю. Раз, два, три. Раз, два. Проверю вот так вот. Ну что, врубаем его здесь. Остается 2 последних. Это Лептоклей. Мне кажется, шансов тут вообще нет у него. Попробую бомбануть. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не добил. Чутка просто. Но сможет ли он меня добить, вот в чем вопрос. Конечно, нет. Раз, два. И вот так сделаем. Да ёк-макарёк. Издевается просто, а? Опять ничего не стал делать. Ну-ка. Ну все, наконец его решили. Ну и Мауязавр. Тут понятно, 345 к атаке. Я теперь нас разберет сейчас. Классовое преимущество, поэтому мы его разносим в пух и прах.
Так, ну что я могу сказать? Здесь очень даже неплохо получилось у нас. Это только был первый поединок. Опять же, у нас еще два поединка впереди поджидает. Вот как вот тут драться, а? Такими вот. Ладно, возьмем Хайнозавра, Артакуна и Генонуса. И Генодуса. Денег нету, но вы держитесь, блин. Тут сразу вносим. Даже не раздумывая. Так, Геозавр выпался. Вряд ли он будет атаковать нас, хотя может. Проверим. Так, готов. Плезиозавр. 112 к атаке у него. Смотри-ка, он ничего не стал делать. Давай-ка, Генонус, выползай сюда. Ну, 5 очков действий. 3 тратит. 2 остается, да? Раз, два. 3. Раз, два. И защиту возьмем. Гамфиозавр выползает, 139 к атаке. Одну очку действия он оставил теперь, я так понимаю, на потом. Раз, два. Проверочка. Тоже отправляем его к праотцам. Геликуприон. Кстати, вот после Геликуприона, по-моему, идет Докозавр, а он... Да, он как раз сильный против этих, поэтому нам надо взять Хайнозавра. Раз, два, три. Раз, раз. Проверим. Так, Докозавр сейчас выползет. 99 к атаке у него. 6 очков действий. Угу. 4 слил, 2 оставил себе на запасик. Раз, два. 3. Раз, два. Проверим. Замечательное. Кайвике. Абсолютно ничего не стал делать. Почему? Давай так проверим. Угу. Но если он сейчас вмажет по полной, будет плохо. 2 очка 10 он все равно к себе сохранил, да ведь? Ну-ка, Генодус, выходи сюда. Раз, два. Готов. Опять же выходит... А, нет, это Ахнаприсис. Понятное дело, что здесь... У нас классовое преимущество. Раз, два. Раз, раз, два. Так вот сделаем. Так, ну что, последний остается. Ну, тут, наверное, я все буду сливать в атаку. То есть, грубо говоря, его добивать. Шпаривай его по полной программе. Все. Третий поединок впереди нас поджидает. Но кого мне здесь взять? Вот кого я тут возьму? Банана Гномиуса и все, что ли? Этим я далеко не уеду. Ну куда тут, ё-моё? Ну, это же не серьезно. А если откатывать? Ох, как же вы мне дороги. Ладно, давай попробуем. Ризот. Так, дай-ка я гляну. Ну, в принципе, пока норм, да? Пока норм. Вырубаем. Банана Гномиус напоминает мне какого-то карася. Гигантского, если честно.
Там опять будет. Ничего себе. Бомбанул, да, все-таки? На. Генерия выползла. Две атаки, ё-моё. Банан огнулис практически все, ребят, отыграл свое. Чё, кронозавра надо брать, получается. Он же все слил, по-моему, все. Окей. Мегалодон. Фига себе он влупил. Ё-моё. Леоплевродон. Против него панамодонус нормально найдет. Так, он все слил, насколько я помню, да? Значит, нам, получается, надо сделать одну атаку. Раз, два, три. И вот так. Леоплевродон, 66 к атаке. Ты посмотри, какой чепушил, а? Блин, кронозавра брать. А что еще остается? Кронозавра брать. Раз, два, три. Раз. Твою дивизию. Ну все, по-моему, сейчас кронозавра мы потеряем. Нет, нет, блин. Не, ребят, тут невозможно. Невозможно тут выиграть. Раз, два, три. Раз, два. Стиксозавр, у него классовое преимущество. Да, ему хватит сейчас нас разобрать. Вот так вот. Нереально. Просто нереально дальше играть. Этими сосунками нам не вытянуть поединки. Как-то этого не крути, ребята, но не хватает. Что там у меня не выходит, что здесь не выходит. Но там я, конечно, круто обделался. Сам причем. Когда взял все в атаку, а он все в защиту. Такие редкие эпизоды, но они бывают. Так, здесь-то у нас что такое? Забираем. Опа, а вот и бакинские привалили. Цель не достигнута. Я даже не знаю, что это такое было. Какое-то событие. У меня даже набора карточек нету. Прикинь, я даже не смогу ежедневку забрать. Пипец. Единственное, что можно попробовать, я не знаю, вот без ограничений. Что у нас тут вообще выдается? Таниколагриус, Зухариптер и Пристозух. Ну, например, Диплотатор. Так опять же, здесь, по-моему, здесь же не карточка, здесь просто рулетка будет. Лучший приз — это будут очки доверий. Вот как тут быть? Если бы я ежедневку взял бы, у меня бы, ребята... Ладно, пойдем тогда подеремся, наверное, в Канезойке. ПВПшку. Я уже просто не знаю, что тут можно придумать. Так, случайные награды. Вдруг нам здесь выпадет пак. Ну, каким-то чудом просто, если выпадет. Так, 220 долларов у нас. Может быть, все-таки как-то попробовать там отыграть? Если там 117 стоит бакинских откат. Если бы здесь где-нибудь выпало бы нам еще хотя бы 100 баксов. Все. Вопросов бы никаких абсолютно не было. Нифига себе. 3000. Вы серьезно, что ли? Зашибись.
Я запарить мой, это пробивать-то тут все. Будем честны. Так, 2 и 2, 4, это получается всего лишь 2000 я ему смогу нанести урона. Это нужно еще... Ёх-макарёк. Четыре. Если он сейчас пробьет... А, он не пробьет, да? Не должен пробить, потому что защита у меня стоит все-таки одна. Ну что, ребят, я рискую. Пошел и, короче, бомбить его. Либо я, либо он. Такое себе удовольствие, конечно. 881 хпшка у него. Ну что, на помог туса? Остальная надежда, ребят. Только по Ноктус, наверное, сможет. Хотя нет, этот тоже может. Раз, два, три. И вот так вот. Оу, ё, у него оказывается... У него оказывается, блин. Да как же так-то, а? Как так-то? Ладно, Паноксус, я надеюсь, ты не оплошаешь. Раз, два, три. Раз, два. Отлично. Так, Динотери выходит. Сколько у него? 83 к атаке. Ну, давай посмотрим. Ага. Не стал ничего делать, да? Если я так вот сделаю. Так, ну и остается синтетицерас. Не, ему здесь не выиграть. Вот здесь-то ему как раз нас и не одолеть. Давай, давай там. Вот так ты решил, да? А я тогда буду все сливать. Ну и шикарно. Хотя бы здесь ПВП бой выиграли. Какой-то он крикун. Вечно орет. Дайте, пожалуйста, мне пак. Нет, какой тебе пак? Вот тебе хавчик и иди радуйся. Так, давай-ка еще разочек посмотрим, может быть, сейчас что-нибудь выпадет хорошее, путевое. Нет, конечно же, не выпало нам ничего путевого. Так, здесь забираем награду. Сколько там еще осталось-то до опыта? До уровня, точнее. Ладно, принять любое... Так, откройте набор карточек. ПВП-шку. Давай ПВП тогда еще где-нибудь поиграем. В принципе, мы можем в Канезуйку. У нас еще, в принципе, есть кем поиграть. Вот так вот. Или подожди секундочку. Подожди-ка секундочку. Схватка. Так, события. Схватка редких. Так, Птеродаустра. Сейчас, сейчас, сейчас я посмотрю. Например, сколько ты? 120. Ты 120 стоишь, а ты... Блин. Ладно. Раз. Твою налево. Чё? Так, это кто у нас? Эдиоморфодон. Эдиоморфодон. А зачем мне он нужен? Для чего? Тут, наверное, лучше взять все-таки Лархозавра. Даже, я бы сказал, немножко поменять. Так, твою налево. Так, так. Нужен ли мне вот этот вот? Или просто взять Уйнозавр? Ну, Уйнозавр тоже, ребят, ну, ни толку от него никакого не будет.
Блин, не хватает буквально 15 долларов. Ёк, макарёк. Так, подожди секундочку. У нас там будут же еще. Блин, тут долларов нет. Тут только опыт идет и ДНК. Мы уже с тобой сделали задание, да? По торговле. Ну-ка посмотрим. 15 долларов нам не хватает. Давай попробуем продать. Сколько максимум тут получится? 75 долларов, обмениваем. Все, теперь уже, ребят, нам хватит. То есть, раз. Точно он мне нужен? Так, так. Мы даже можем пожертвовать вот так. Ну давай смотреть. Надеюсь, ремет все будет хорошо. Но у него 636 к атаке. Твою налево, блин. А у тебя сколько? У этого атака-то будет посерьезнее. Бомбанет. Чую, он нас сейчас распишет. Меняет. Так, друзья мои, он поменялся. Давай рискнем. Вау. Его надо зух этот отдупляется. Но тут-то, посмотри, 1272. Две атаки он сейчас потратит. Че, рискнуть? Вырубай, да? И вот тут вот самое, ребят, противное. 383 к атаке, то есть сколько у него тут? 4 очка действия. Но он потратит сколько? 3. Вот тут уже дилемма. У нас очень много здоровья. Мы, в принципе, можем пережить офигеть сколько атак. Поэтому я сделаю вот так вот. Ему крышка. Ему крышка, друзья. У нас очень живучий апатозавр в плане ХП. Давай, гаси этого тупоря. Замечательно. Ну что, друзья мои, вот как-то так. Все-таки одно событие мы, слава богу, прошли. Что нам только вот тут достанется? Конечно, пак хотелось бы. Да ладно, серьезно. Да ну, ну какой тираннозавр, ну. 4000, чтобы слев. Смотри, тут зухамим. Вот много кто есть, но мне выпадает именно тираннозавр. Так, здесь я могу забрать награду. Да, ребята, 58 уровень. Леплеврадон, что ли, у нас? Уровень схватки 58. Ну что я тебе могу сказать? Очень даже круто. Пойдем тогда по... Так, подождите секунду. Ну что, пойдем тогда сделаем уровень схватки. Пройдем его. Надеюсь, что пройдем. Кто у нас тут? Гиганоцефал. Ну тут, в принципе, можно что взять? Спинораптора. Против карнораптора возьмем нундагозавра. Ну и тут диплотатора. Все. Больше тут химичить ничего не надо, если честно. Так, наверное, сразу с атаки начнем. Живучий, да? Гиганоцефал. Вышел Индоминус. А я вот так вот возьму и сделаю.
Давай посмотрим, кто кого. Насмешил, господи, насмешил. Влупляй. Так, выходит Карнораптор у нас. 192 к атаке у него. Понятное дело, испугался. Мы тоже поменяемся. Я все солью. Ну что, Карнораптор? Карнораптор против Спинораптора. Понятно, что он сейчас нас тут все-таки победит. Ну, Дагозавр, выходи. Пробивай его. Вот и все. Вот и дело сделано. Открыта награда на постоянной основе. Ну, по-моему, у нас уже и так был открыт или нет? Нет, ребят, только сейчас почему-то он у нас появился. Так, это я, наверное, размещу вот сюда куда-нибудь. Пускай там бонусы капают потихонечку. Устройство отслеживания. Даже не знаю, куда его тут влепить-то. Оно бонусов каких-нибудь не приносит, оно само по себе просто накапливает деньги, все, ребят. Так, ну что, нам нужно сделать еще два PvP поединка. Где их сделать и на чем, без понятия. Подожди-ка секундочку. А, мы с тобой вот это вот не сделали. Ну, это уже, ребята, через 5 часов откат будет. Я не успею, у меня не откатится, к сожалению, мои водные. Хотя 5 часов 14 минут, а тут через 5 часов 25 минут. То есть по откату есть только играть за 10 минут. Но вряд ли, ребята, я уже буду в люльке валяться, потому что мне на работу сегодня в ночь. И перед сменой нужно поспать, как говорится. А так бы, да, я бы мог бы успеть пройти. Ладно, давай сделаем ПВПшки. Посмотрим, что у нас тут получится. Гасторнис у нас все-таки 20 уровня. Мамон 10 и Эрематерий 20. Ну, кому нам тут дадут, сейчас неизвестно. Ну, как всегда, каких-то мегастатериев. 1700. Ё-моё. 1700, да куда? Накумарит он сейчас. Причем очень серьезно накумарит. Потрать, пожалуйста, две атаки, а? Вот жучара. Одну всего лишь потратил. Ну, естественно, одну взял к себе на запасик, да? Проверим. Так точно, взял. Ну, сейчас ему в любом случае придется все сливать. Мамонт уже его добьет. А кто у нас против... Твою налево, мне надо было достойно приберечь. Только он хорош против пещерников. Вот так вот. А так нас сейчас будут сливать здесь. У них классовые преимущества передо мной. Да. Ну, здесь он обделался, конечно, ребят, но это мне... Ровным счетом ничего не даст. Так, этого-то мы вырубим. А вот что дальше делать? Вот с этим вот. 381 к атаке. 3. 3 сольет. Сейчас посмотрим, сколько у нас... Блин, у него 1221 хп. Это много. Да, ребят, это слишком много даже.
для эриматерии. Конечно, не получится. А, нет, смотри, получается, ребята. Он почему-то ничего не стал делать. Видно, отправил их все в бонусные очки. Не стал он ставить защиту себе. И из-за этого, в принципе, и проиграл. Приз любителя. Ну, что ты мне дашь? 20 долларов, спасибо. И еще разок крутанем. Может, что выпадет полезное? Нет, 40 очков доверий. Так, а нам нужно еще подраться один ПВП-поединок. Блин, водную никак не сыграть. Может, вот эту вот. Возьмем анкелодука, топиелозавра и карнораптора. Вот на смежных боях почему-то, ребята, мне как-то не везет. Травоядники, да? Значит, карнораптор, в принципе, здесь. Очень даже хорошо зайдет. Ну давай. Пробивной. Допустим. Две атаки, да? Две атаки. Одну очку действия оставляет за собой. Раз, два. Плюс защиту возьму. Так, стегозавр, 89 к атаке. Вот так вот он решил сделать. Хорошо, парень, хорошо. Раз, два, три. И защиту. Так, и появляется последний. Это скалозавр. 111 к атаке. Ну и все. Вот и доигрался парень. До свидания. Молодец. Такие два рога у него очень интересных. Хм. На голове. Как будто рога должны быть. Так, приз эксперта. 200 ДНК, обалденный приз. Так, сейчас посмотрим, что здесь может нам выпасть. Эти деньги. Лучше бы диплодок, конечно, бы выпал. Ну что, избираем наши ежедневные награды, друзья. Открываем. ДНК, ДНК, 40 долларов и опять же ДНК. И 95 очков доверия. Почти 4000 очков доверия у нас уже накоплено. Шикарно, что я могу сказать. Так, сколько он стоит у нас? А, 9000. Блин, еще копить и копить. Ну что, друзья, в принципе, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.